Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастик Kids. Ребята, у нас сегодня отличная погода, и Анжела с котиком Томом решили покататься на аквабайках. Только посмотрите, кошечка Анжела у нас уже очень хорошо катается, а вот котик Том пока только учится. Но все равно они решили посоревноваться. Ребята, давайте же посмотрим, кто сегодня победит, кошечка Анжела или Том. Кто наберет наибольшее количество очков? Уже решили, за кого будете голосовать? Тогда давайте-ка смотреть. Пока у нас лидирует кошечка Анжела. Она уже набрала почти 5000 очков. А вот у котика Тома пока только 1270 очков. Да, ребята, опыт в этой игре тоже очень важен. Видите, котик Том еще очень часто врезается в препятствия. А вот Анжела едет намного увереннее. Кстати, попутно катаясь на аквабайках, наши котики будут выполнять различные миссии, которые им помогут набирать количество очков намного быстрее, друзья. Вау, смотрите, котик Том взял усиление, и теперь ему не страшны препятствия, он может просто все крушить на своем пути. Анжелочка у нас по-прежнему пока на первом месте, у нее более прокачанный. Так, а вот котик Том врезался в препятствие и начал свой путь сначала. Вау, смотрите, какой классный прыжок совершила Анжела на своем аквабайке. Только вот врезалась в препятствие, и у них одновременно обнулился счет. Давайте начнем сначала. Кстати, в миссии Анжелы нужно сбивать арбузики. Кошечка Анжела и котик Том уже выполнили по нескольку миссий и своего задания. Вау, вау, смотрите, как едет кошечка Анжела. О-о, она взяла замедление и теперь едет очень-очень медленно. Кстати, ребята, а вам в этой игре больше нравится брать замедление или ускорение? Моим персонажам больше всего нравится, конечно, кататься с ветерком на большой скорости, прыгать с аквабайка. Смотрите, как здорово! Чем больше скорость, тем больше подлетает Анжела на рампах. Смотрите, целый ряд арбузиков. Интересно, кто оставил столько арбузов в воде, ребята? Да, ну вот, кошечка Анжела по-прежнему обгоняет котика Тома. Она уже выполнила сразу несколько миссий, и у нее уже шестикратный множитель. А вот котик Том по-прежнему все никак не выполнит одной из миссий, поэтому у него очень маленький множитель. Так что, ребята, советую, если вы тоже решите поиграть в эту игру, обязательно выполняйте все миссии, чтобы набрать наибольшее количество очков. А Анжеле нужно сбить спасательные круги, спрыгнуть с рамп и врезаться сбоку в большие красные буйки. Ну что, будем выполнять задание, Анжела? Смотрите, она серьезно намерена победить. И старайтесь ничего не пропускать. Вот еще одна миссия выполнена. Да, ребята, вот это соревнование. Осторожней, Том, лодка со взрывчаткой. О, нет, он прям попал в эту лодку. Ну, начнем все сначала. Нам нужно прыгать с Томом с рам через подводные лодки. Где же их найти, эти подводные лодки, ребята? Непростое задание выпало котику Тому. И скоро мы с ним выполним эту миссию, потому что довольно-таки сложно найти подводные лодки возле рам. А Анжеле тоже нужно прыгать с рампа через камни. Это тоже немножко сложноватое задание. Уж сбивать арбузики или уток намного проще, ребята. Смотрите, сколько звездочек. И Анжела уже насобирала 3000 очков. Какая она умничка. Кстати, рекорд она поставила 28 тысяч в своей игре. А вот котик Том поставил рекорд в 2000 очков. Да, Анжела играет намного сильнее, чем котик Том. Вау, смотрите, котик Том взял усиление и теперь врезается во все что угодно. Никакие препятствия не страшны. Главное ехать побыстрее, чтобы набрать наибольшее количество очков. Кстати, ребята, вас сегодня ждет очень много приветиков. А если ты тоже хочешь получить привет от канала Ушастик Kids,
Обязательно подписывайся и напиши в комментариях свое имя и фамилию. Кстати, ребята, на нашем канале видео выходят 2 раза в день, утром и вечером. Так что, если любишь канал Ушастик Kids, не пропусти новую серию. И не забудь поставить лайк, если тебе понравилось данное видео. Но у нас по-прежнему кошечка Анжела обгоняет котика Тома. Да, как хорошо в хорошую погоду покататься на аквабайках. А еще устроить соревнования. И, конечно же, с кем? С любимым котиком Томом. Кстати, ребята, а вы смотрели новую игру на нашем канале? Называется «Аквапарк котика Тома». Там тоже есть бассейн и все-все наши любимые персонажи. Там есть и Джинджер, и Бен, и Хэнк. В общем, рекомендую вам. Смотрите «Аквапарк котика Тома» на нашем канале. Новая прикольная игра. Кстати, чем-то напоминает игру «Том за золотом». Там тоже нужно строить, открывать новые локации и много-много всяких котиков. Но у нас по-прежнему нет. В этот раз у нас, да, кошечка Анжела, она все равно лидирует. Она намного больше набрала очков, чем котиков Тома. Она уже набрала 30 тысяч очков, а у котика Тома почти 5500 очков. Анжела намного опытнее и лучше, чем котик Том, катается на аквабайке. Ребята, а есть кто-нибудь сегодня, кто болеет за котика Тома? Если хотите, чтобы Том победил, пишите в комментариях «Том». Или болейте за вашу любимую кошечку Анжелу. Я лично люблю больше играть кошечкой Анжелы, чем котиком Томом. Смотрите, у Анжелы уже 6-кратный множитель, и она выполняет одну миссию за другой. Какая умничка! Давай возьмем кулачок. Нет, не получилось его, к сожалению, взять. А вот у котика Тома получилось, и теперь ему препятствия совсем не страшны. И он уже, смотрите, все просто крушит на своем пути. Кулачок прекратил свое действие. И отличный прыжок с рампа, котик Том. Давай, ускорься, ты должен обогнать нашу кошечку Анжелу. Смотри, как она тебя опережает. У нее уже рекорд 48 тысяч очков, а котик Том смог поставить только 6 тысяч очков. Кстати, сейчас, чтобы выполнить миссию котику Тому, нужно найти всего лишь одну уточку и сбить ее. И тогда множитель у него станет намного больше, друзья. Чем больше миссий выполнишь, тем больше очков ты заработаешь. Но наконец-то он выполнил 3-ю миссию, и у него новая табличка с миссиями. Нам нужно разбить вещи, пока он не уязвим. Так что нам нужен кулачок неуязвимости. О-оу, кажется, кошечка Анжела повстречала препятствие. И в этот раз она смогла заработать 12 тысяч очков. Но все же посмотрим, кто победит. Анжеле нужно сбить надувной матрас. Будем его искать, ребята. Это одна из ее сегодняшних миссий. В основном мы выполняем миссию, сбивая что-то в воде. Прыгаем с рамп, сбиваем уточек, арбузики, матрасы, что-нибудь собираем. Пугаем чаек, например. Кстати, вот миссия «Пугая чаек» у нас сегодня еще ни разу не попалась. А какие у вас миссии самые любимые, ребята, в этой игре? Что вы любите больше всего? Так, смотрите, котик Том, кажется, сейчас поставит новый рекорд в своей игре. Пока он обгоняет кошечку Анжелу. Смотрите, у него почти 6 тысяч очков, у Анжелы только 5. Может быть, ему все-таки удастся обогнать более опытную кошечку Анжелу. Она, наверное, потренировалась перед соревнованием. Решила во что бы то ни стало обыграть котика Тома. Анжела выполнила еще одну миссию. Ребята, вы только посмотрите, какая она умничка. Но котик Том ее по-прежнему обгоняет, друзья. У котика Тома 10 тысяч очков, а у Анжелы только 9. Она уже почти его догнала. Но все же, кто сегодня победит? Неужели это будет котик Том? И ребята, которые за него голосовали, окажутся правы. Посмотрим, ребята. Ого, сколько арбузиков разбил Том. И еще один кулачок позволит ему двигаться намного быстрее.
Ну вот, Анжела все-таки обогнала Тома. У нее 17 тысяч очков, а у котика Тома пока 14, друзья. Наверное, все же она сегодня одержит победу в соревновании. Если болеешь за кошечку Анжелу, пиши Анжела в комментариях. Ну а у меня приветы для подписчиков. Ангелина Кудашова сегодня получает самый первый приветик. Лизочка Еремеева и Лера Сергеева вам по приветику, девчонки. Также привет Софии Хайс, Тимуру Нургалиеву, Настюше Саидгараевой большой привет, Свете Серемзадиновой, Лизе Суетиной, Викушеньке большой приветик, Альбине Кожик, Доминикане большой привет, Диане Мастеровой, Саше Базуновой, Сонечке Кулай, Вике Рожковской, Маше Фасоля, Наде Бабкиной, Ане Радченко, Заиде Овчаковой, Настюше Ремберг большой-большой привет. Кристина Рокчинская получает сегодня самый пушистый привет от кошечки Анжелы. А также Алена Костырко, Эвелина Кузнецова, Уля Карипина, Вероника Ракитина, Юлия Кондакова, Катя Железняк и Диана Казак. Всем вам, друзья, огромный-огромный привет. Пока-пока!